сейчас рядом с моим домом прошел пожар. Почему это случилось? Почему не приняли никаких мер? Приняли меры какие? Потушили, все, уехали. Через день это опять случится. Этот дом никому не нужен. Уберите его, пожалуйста. Была ли угроза вашему дому при пожаре, если бы дом мог ваш загореться? Естественно. Не только мой дом, и дом соседа. Тоже находится в близости, да? Да. А мой дом стенка к стенке стоит. Вы к властям уже обращались по этому вопросу? Что они вам сказали? Что не сказали? А этот дом без хозяина.